Мне кажется, точных, наверное, я нанес больше. Ну, по моим ощущениям, да. Ты не хочешь на судей, так скажем, гнать? Не то, что гнать на судей. Я вообще вот эти вот истории не люблю. Там, вот, там меня засудили или там мне не дали, а можно было то, можно было... Слушайте, я вообще принимаю то, что имею. Спасибо Богу вообще за все, что у меня происходит. Это мои испытания в жизни. Как бы, ну вот, я имею то, что имею. И слава Богу, вообще, идем дальше вперед. Нет времени на сожаление, на оправдание. Все, есть время только на принятие новых решений.